Мы с вами находимся возле планетария Чикагского. Здесь обнаружил удивительные вещи, которые помогут вам сказать о политике в Украине. Ну вот видите, какая голова свиньи. Ну, свиньей года, безусловно, можно назвать министра финансов Украины с ее финансовой политикой и разорением общества. Свинья года, Ереська. Собака года. Собака года, безусловно, это Тимошенко. Гавкает, но не кусается. Много гавкает. Министр года. Ну, я думаю, что это поправлено бывшему главе СБУ Наливайченко. Кукарекает, а толку мало, уже даже курение точит. Обезьяна года. В Украине обезьяной года является, я даже не знаю кто, все, наверное, депутаты обезьянничают перед телевизором. О, обезьяна, может быть, это Шустер. Обезьяна года. Ну, баран года, это понятно. Народ Украины традиционно ничего не понимает. Лошадь года. Ну, пахали предприниматели, пахали. Наверное, все-таки лошадь года это предприниматель. Змея года. Верховная Рада Украины, коллективная. Ройсман. Змея года. Тихо так сидит, а потом жалит. Дракон года. Ну, дракон года это у нас. Вновь вылупившийся дракон в виде Порошенко. Порошенко дракон года. Кролик года. Без сомнения приз достается Яценюку. Кролик года. Шикарно смотрится рядом с президентом. Разделили между собой страну в виде доходных предприятий государственных. Но странно, что дракон делит власть с кроликом. Медведь. Года. Медведь года, безусловно, Саакашвили. Саакашвили, как слон в посудной лавке. Борьба с коррупцией, борьба с чем угодно. Ну а предложение, как всегда, ноль. Всех посадить, воров на нары. А что делать-то дальше? Корова года. Корова года. Корова года. Ну, это сельское хозяйство наше все. Корова года – это человек-корова, Ляшко. Ну и, конечно же, символ крысы, крысиное общество, которое мы построили в Украине. По сути, крысы крадут в голодной Украине друг у друга все, что могут. Народ у олигархов, олигархи у народа, государство обманывает. В общем-то, построили настоящее крысиное общество. Поэтому такие вот скульптуры в Украине и не получаются. Зарабатывайте.